Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конце расклада мы возьмем карту совета, что вам высшие силы подсказывает. И, конечно, давайте первая карта для вас. Карта Король Мечей. Король Мечей показывает для вас, женщины, мужчины, быть более хладнокровно, да, более, знаете, не эмоционально, а просто вот на начало месяца понимать, с кем вам стоит общаться, с кем не стоит, вообще какие отношения вам нужно. Здесь как нужно просто расчистить свой путь от каких-то людей, от каких-то, может быть, даже отношений, да, понимать, стоит вам быть в этих отношениях или не стоит. Получайте то, что вы хотите, или не получайте. Но то, что вам нужно будет не эмоционально, а более на ментальном уровне принять какое-то решение, то это однозначно. Здесь как точка к чему-то будет. Давайте посмотрим следующая карта, что касается вот начала месяца. Это касается карта, я хочу сказать для мужчины. Мужчины, которые имели отношения на стороне, треугольника. Здесь как будет принятие решения поставить точки, да, вот вы как будто не захотите дальше продолжать. Те, которые имеют уже отношения на сегодняшний день, и будет такая возможность, не стоит этого делать. Потому что здесь, если вы понимаете, что у вас есть ваш любимый человек, ваша, ну, женщина, да, которая вас ценит, этого вам не стоит. Лучше, да, здесь радоваться вместе с ней, да, быть рядом с ней, да. Здесь может какая-то поездка, да, может вас более уединиться. Но то, что вы не должны входить в других отношения, то здесь однозначно. Давайте посмотрим следующая карта. Карта четверка мечей, да, все-таки решение, здесь будет какая-то пауза, да, может быть, вот между те, которые есть треугольники, может быть, прекращение будет, да, но если это касается для женщин, да, здесь мужчина как-то будет уйти от вас, да, может быть, показывать будет какая-то хладнокровность, да, может, не эмоционально, да, может, раньше он к вам, да, радовал вас, да, какие-то поездки, отдыхи, праздники, но в начале апреля, как будто человек будет отдаляться, да, как будто более хладнокровный, да. Здесь как бы человек будет себя дать в сторонку, да. Давайте посмотрим следующая карта, что для вас на середине. Карта тройки жезлов. Если сказать про мужчину, мужчина будет ставить какую-то паузу, потому что захочет принять какое-то решение, да, будет принять какой-то выбор, да. Если касается для вас, мои дорогие женщины, подумайте, если у вас такие отношения есть, если у вас все-таки вы как третий человек, делайте выбор, да, ставьте себе паузы и поймите, да, если вам нужны такие отношения, когда человек холодный в сторону вас, да, не показывает эмоций, да, здесь как бы человек хорошо, да, получает свое удовольствие, но какие-то эмоции, да, чтобы вас ценил, человек все-таки нет, да, ему комфортно получать то, что ему хочется. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Император, так я говорю, для женщины это может быть женатый человек, не свободный человек, поэтому вот у вас нужно более быть контролируемым, уверенным и сделать этот выбор, да, поставить точки, да, если вы находитесь в этих отношениях. То, что вам будет нужно для, даже для мужчин, для женщин, контролировать себя, да, более понимать, что вы хотите, да, что вам нужно, да, вы можете потерять что-то из этих других отношений, как третий человек, то вам нужно это обдумывать, потому что вы можете даже терять себя, свою радость внутреннюю, да, свое спокойствие. Давайте посмотрим следующее. Карта на середине, это карта девятка жезлов. Девятка жезлов показывает, если это касается про мужчину, то женщины, мои дорогие, будьте аккуратны, потому что мужчина будет отдаляться. Да, здесь, даже если вы имеете в отношении, да, если у вас семья или вы одинокая, да, здесь же мужчина как будет
да, знаете, как будет уходить. Может, он сам скажет, давай возьмем какая-то пауза, мне нужно все-таки принять выбор и пойми, мне нужно вот решить, или мне нужна вот семья, или ты. Здесь как-то человек больше закроется, да, больше свое пространство, да, не допустит. Здесь может человек даже на какое-то время, да, может до 3-4 месяцев, может до, ну, 3-4 недели, может даже заблокировать вас, да. Посмотрите сами вот ваша ситуация. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это король пентаклей, да, все карты подтверждают, что человек не свободный, да. Здесь мужчина, да, более думает о своей стабильности, да, если сказать, то более думает о своем, о своей финансе, о том, чё, на том, что у него на сегодняшний день есть, и то, что он не хочет потерять. Поэтому он и хочет, да, брать эти возможности, эту паузу, понимать, что ему нужно дальше делать. Для вас, мои дорогие женщины, сами смотрите, да, какие отношения хотите в вашей жизни, да. Для некоторых может быть появление мужчина, да, появление мужчины, который от вас закрылся, да, у вас не было общения, да, и человек принимает решение после какой-то паузы, после появиться еще раз, но эти отношения не свободные были. Следующая карта, мои дорогие, это карта семерка жезлов, преодоление своих трудности, преодоление своих преград, да. Вы, как бы, мои дорогие мужчины и женщины, преодолевайте это, да, но все-таки зависит от ваших действий, от ваших шаги, которые вы дальше будете делать. Давайте возьмем карту совета, и что вам высшая сила советует, да, по поводу этого, то, что у вас в раскладе происходит, да. И я буду благодарна, если вы напишите комментарии, да, поставите лайки и скажете, если ваша ситуация совпадает, да. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют в данный момент, да, в данной ситуации делать, да, на апрель месяца. Сохраните те отношения, которые у вас есть. Сохраните того человека, который очень сильно доверяет вам. И в любой момент, когда вам трудно, будет рядом. Не смотрите по сторонам, потому что третий человек, да, может для каких-то ваших удовольствий, какие-то ваши праздники, да, комфорты, но не более того. Но когда вам трудно, поверьте мне, что будет рядом тот человек, который любит вас, да, который вы гармонизированы друг друга, которого вы доверяете и которого вы поддерживаете в любой момент. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.